Привет, друзья! Всем привет! В Одессе очень жарко, лето. Мы находимся в офисе с кондиционером и будем сегодня разговаривать. Надеюсь, полезно. Разговаривать мы будем о кормлении кораллов. Так получилось, что к нам в гости недавно зашел наш друг. Он микробиолог по образованию. Олег его зовут. Олег закончил наш университет имени Мечникова. И вот у них с Тарасом зашел разговор о том, как Тарас кормит свои кораллы. Да, Олег у меня спросил, как я кормлю кораллы. Я с гордостью рассказал свой метод, что я беру креветку черноморскую, там ее чищу, режу на кусочки, потом капаю туда витаминки, и каждому коральчику, ЛПС или актине я даю пинцетиком, вот так вот, кормлю эти кораллы. На что Олег мне сказал, что это не совсем хороший способ, уточнил, какие кусочки я делаю, что он мне сказал, говорит, что когда... я ему говорю, что чем меньше кусок, тем, мне кажется, лучше... Коралл его усваивает. Лучше усваивает, да. На что Олег рассказал мне интересную вещь. Когда коралл захватывает корм, он попадает внутрь него, выделяется какой-то сок, типа пищеварительного, да, который растворяет... Еду. Но так как у него нету, там все примитивно очень, нету там желудков, кишечников, ничего нету, то вот этот сок растворить может только не очень большой как бы слой этого корма. То есть КПД, коэффициент полезного, скажем, действия вот этого корма очень небольшой. Большого куска очень маленький. А внутри вот этого куска, который вот внутри остается, там происходят какие-то не очень хорошие, я так понимаю, гнилостные какие-то процессы. Потом коралл, все, что он смог, он усвоил, а все, что не мог, вот оно испорченное, скажем, подгнившее, не знаю, как это сказать правильно, выбрасывается опять в воду. И тем самым не очень хорошо в воде. То есть я думал, что я кормлю хорошо и правильно. Олег, наш микробиолог, рассказал, что это как бы не очень хорошо. На что, Денис, мы у него спросили, как же, Олег, как же кормить ситуации. Кораллы? То есть надо корм с какой-то маленькой... А он, как бывший профессиональный разводчик, то есть он занимался такими видами с озера Танганьики, которые тоже тяжелы в разведении и в содержании, он сказал, что берите сачок, ребята, идите и ловите циклопа там, или артемию. Вот. На что мы сказали, у нас как бы нет времени, может мы пойдем просто в магазин и купим этого циклопа или артемию. Да, но так как Олег сам все заготавливал, про все корма он знает, как они заготавливаются, он рассказал нам, что мы сделали вывод, что в магазине, вероятнее всего, мы не можем быть уверены, что корм хороший. Скажем, низкокачественный. Да, что им можно немножко даже чуть-чуть навредить. Он говорит, берите сачки, идите ловите, на что мы не в состоянии, или лень нам что-нибудь, сачки, как нам правильно сказать? Это надо тратить время, и опять надо придумать целую технологию, как сразу морозить, как вести, то есть это на самом деле непросто, заготовить хороший, качественный замороженный корм. И так как у Тараса Николаевича был опыт разведения артемии... Опыт разведения, да. Ничего сложного нет. Соль, вода, ложку, яйца, артемии и компрессор. Там опыта особого никого нет. А что я спросил? Да, я спросил, Олег, если я буду кормить вот этой науплей артемии, и что опять же таки... Олег рассказал, что пищевая ценность вот этой вот вылупившейся, свежевылупившейся артемии всего лишь несколько часов после вылупления. То есть сразу ее надо кормить, потому что там все питательные вещества, и когда проходит чуть-чуть больше времени, оно уже, как он сказал такое красивое слово, кожно-мускульный мешок. Получается, опять смысла нет, а я наоборот, подольше, чтобы она подросла побольше. Итак, итогом наших переговоров с Олегом, с микробиологом, стало то, что корм будем выращивать, по крайней мере, мы будем учиться выращивать сами. А корм этот, скажем, состоит из нескольких циклов. Денис Александрович лучше разобрался в этом. Сейчас он вам расскажет двумя словами. Денис Александрович, расскажи, пожалуйста. Чтобы кормить артемию, она была питательная, ее нужно кормить солоноводной коловраткой. Коловратка это что у нас? Коловратка это тоже мурачок, только более мелкий, чем артемия. Но для того, чтобы она имела тоже энергетическую ценность, коловратку нужно кормить фитокультурой. То есть тогда, когда коловратка съедает фито, в ней там образуются вот это омеги, все витамины, которые нужны, и тогда ее ест артемия, и вот после этого этой артемии нужно кормить кораллы.
Поэтому мы решили начать с этапа номер один. Это научиться выращивать фитокультуру, хлореллу. Хлорелла. Можно я спрошу, конечно, еще раз? Они, ну, вот я видел, кормят сухими кормами. У меня, если честно, не получилось сухими кормами кормить. Мы будем кормами кормить? Мы будем пробовать или... Ну, мне кажется, мы будем пробовать, но это уже когда мы дойдем до этапа выращивания артемии. Да, ну вот так, мы начинаем этап микробиологического, скажем так, эксперимента очередного. И что, Денис, давай покажи, что для у нас. Для этого нам что покажи, нужно? Покажи. Для этого нам нужно хлорелла. Хлорелла. Да, мы купили вот такую вот... Купили фитокультуру. У человека, которого мы ее купили, он утверждает, что он ее получил с Америки. Он ее размножил, и мы у него приобрели 2 литра фитокультуры. Потом мы у него спросили, как бы, как нам действовать дальше в этой ситуации. Он нам рассказал свою технологию. То есть мы вчера, три дня назад приготовили воду. То есть мы набрали 30 литров осмоса, 3 ведра по 10 литров, засолили их, продули аэрацией. И сегодня вот мы вам покажем, мы нальем эту хлореллу в эти емкости, дадим свет. И будем ждать, да, смотреть, что получится. И таким образом запустим цикл выращивания фито. А коловратку когда мы... А вот этой штукой нельзя кормить сразу? Не будет коралл его кушать? Фито? Вряд ли. Да? Хотя мы знаем, что некоторые люди тоже подливают фито в свой аквариум. Когда у нас будет достаточно фитокультуры, мы будем с ней экспериментировать и все вам но покажем. Я слышал в одной вайбер-группе, что там один заводчик кораллов, скажем так, говорит, большие проблемы сделал вот этой вспышкой. То есть этим тоже, да, он именно налил много, я так понимаю, хлореллы, и потом что-то в аквариум было не очень хорошо. Но это совсем другая история. Да. А теперь давайте посмотрим, что мы сейчас сделаем. Супер интересно. Итак, вот наши 3 емкости. Это 3 20-литровых ведра. Мы налили туда где-то по 10 литров. Вода уже засоленная, уже она отстоялась какое-то время. Теперь мы сейчас нашу фитокультуру разольем равными частями, да, Денис, по... Свет будет гореть круглосуточно. Свет круглосуточно. Мы сейчас наливаем, включаем свет. 2 лампы Т8 по 18 ватт, да, не Денис? Да. По 18 ватт. И... Я возьму еще предварительно хорошо, переболтаю. Переболтаю? Да. Переболтаю. Может, рюмочкой, Денис? Будем лить на глаз. Лучше в ведро. Вода становится грязного такого цвета, красивого. Она заметно позеленела. Кто имеет опыт разведения фитокультур, пожалуйста, пишите в комментариях, говорите, что мы делаем что-то правильно, что-то неправильно. Советуйте, будем очень рады всему. Ну и теперь что, мы включим свет, да, Денис? Денис, мы включим свет? Да, включим. Или включим свет? Включим свет, сейчас я чуть-чуть усилю продувку. Там, может, не надо, ты говорил нам друг, что надо вообще чуть-чуть. Не знаю, я видел америкосов, что... У америкосов, америкосы сильно включают, да? Да. Продувка должна быть перемешивание. Вот такой наш. Диффузия воды. Диффузия? Диффузия, да. Диффузия или интерференция? Интерференция и диффузия. Диффузия, интерференция. Хорошо. И теперь бабах. Шарашиваем свет. Все, шарашиваем свет. И, ой, красиво он мерцает в камере. И когда мы будем, Денис, результат увидим, что-то живет или не что-то живет? Через сколько дней? Нам рассказали так, что мы должны увидеть, что плотность фитокультуры станет, ну, то есть свет более насыщенный. Я думаю, что... Потом мы снимем другое видео. Да, где-то на следующей неделе мы вам уже покажем какие-то результаты. Потому что уже, я думаю, через неделю должен быть результат. Если ничего не получится, мы будем пробовать еще раз. Спасибо за внимание. Пока-пока.